Din cauza crizei energetice, cererea pentru sursele alternative de încălzire a crescut considerabil. Șemineile sau radiatoarele electrice sunt la mare solicitare în piețele și magazinele din Bălți. Oamenii au început să golească vitrinele încă în luna iunie, iar prețurile au crescut cu 15%. În unul din magazinele din oraș au rămas doar câteva tipuri de încălzitoare. Acestea se vând ca pâinea caldă, inclusiv online. Это тепловентиляторы, то есть как называют их ветродуйками. Он идет на 5 кВт на 20 квадратов один вид. Есть инфракрасники, вот такие вот инфракрасные обогреватели тоже, опять же один. Масляные, вот они. И конвектора, это электрические батареи. Но сейчас, если чуть-чуть еще похолодает, хотя бы недельку, и этого не будет. Плиты, особенно плиты, индукционные, электрические, простые, настольные. Они в начале лета еще были, сейчас их нет вообще. Un locuitor din Bălți și-a cumpărat recent 5 radiatoare electrice, iar pentru asta a scos din buzunar 15.000 de lei. Покупатель имеет, ну, не сказать, что большой дом, частный дом, опять же, там несколько комнат и коридор, ну и ванну, скорее всего, они взяли, так, включать временно. Получается, тоже этого у нас не было в наличии всего. Мы ему собирали этот заказ где-то в течение недели. Стоимость одного конвектора здесь у него получается вот 1,5, он купил до 2,5 кВт. Вот такой вот самый дешевый 1,5 кВт-ный конвектор, он стоит 2600 лей. Încălzitoarele sunt la mare căutare și la piața centrală, unde unele prețuri sunt mai puțin piperate. Цены от 250 лей там за простынь, заканчивая 1500 лей на масляные камины. Люди, конечно же, ищут вещи подешевле. Так продается, в принципе, все. Спрос, несмотря на еще относительно теплый период, начало сентября, спрос уже выше, чем предыдущий год. Как такового дефицита нету, но некоторые позиции на фирмах нету постоянно. Да, они продаются быстрее, видать, как они объясняют проблемы с логистикой. Locuitorii din nordul țării se tem că nu vor face față în acest sezon de încălzire. Mă uit după prețuri, după, mă să întreb de consultant și vedem. Încălzirea este autonomă și vrem să economisim. Dacă prețul la gaz sau la trecem la electrocasnici. Vedem cum ieșim în situație. Trebuie să iau un condiționer, șoclej, șpaie, la asta mergem. La asta mergem, dar este gaz, este, dar e scump. Păcat de guvernul ăsta, că nu e așa guvern în dode n-am avut. Nu, берем травата, да, мы не кушаем. Что-то отрезаем, откуда-то что-то, потому что зарплата такая же у всех. Хорошо, дом на земле еще можно как-то печку там с чем-то растопить, а на квартире или газом, или отопление это ТЭЦ. Не заплатишь, могут и отключить. Cei mai vulnerabili în fața crizei energetice sunt pensionarii, care spun că au vrut să-și debranșeze locuințele chiar și de la sistemul de încălzire centralizat, de frica facturilor care vor urma. И сейчас не разрешают нам отключать отопление, потому что это хотим отключать, то мне 2000 пенсии, как я буду платить, я не знаю. У меня 2300. În prezent, un metru cub de gaze naturale costă 22 de lei și 99 de bani, iar prețul ar urma să crească. Pentru o gigacalorie, bălțenii achită 2115 lei.